Здравствуйте, это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. И сегодня у нас очень высокий гость, впервые, это эксклюзив. У нас сегодня митрополит Амвросий в студии. Здравствуйте, владыка. Здравствуйте. Ну вот, ваше высокопреосвященство, совсем недавно, менее месяца назад, 29 августа, вы прибыли в наш регион, наш богоспасаемый город, и сразу, как говорится, в бой, сразу вы провели первую службу, я знаю, в одном из храмов нашего города. Вот знаете, мне что интересно, вот сегодня у нас такой эфир ознакомительный, очень многие люди, причем как выцерковленные, так и светские люди, очень с большим интересом к вашей персоне относятся, многие знают вашу такую богатую биографию, ну какие-то факты из нее, вы в некоторых, во многих резонансных таких событиях, общероссийских, даже за пределы России выходящих событиях принимали определенное участие, мы об этом еще поговорим в программе, с большим интересом смотрят, поэтому это такой вот ознакомительный сегодня визит. У нас прямой эфир, вы можете звонить нам в студию по телефону 300-190, обращаться напрямую к митрополиту, владыке Амвросию, задавать свои вопросы. Вопросы могут быть самые разные, но все-таки хотелось бы, чтобы они касались больше тематики вот нашей программы, вопросов религии, веры. Поэтому я бы хотел сначала прямо с вами начать с самых, так сказать, азов, с самого начала. Вот как прошла ваша первая встреча с паствой? Как вы встретились со священнослужителями нашего региона? И вообще, какие первые впечатления о нашем регионе? Бывали ли вы здесь ранее? Я никогда не был в Твери раньше. 28 августа на Успение святейший патриарх Кирилл меня возвел в сан митрополита. 29-го я уже отправился на назначенную мне кафедру. Конечно, не без волнения я ехал сюда, но как только я прибыл в город Тверь, я сразу понял, что я дома. У меня это такое чувство было впервые в жизни. Все-таки за более чем 15 лет архиерейского служения для меня это место уже шестое. И священноначалие наше, оно всегда, имея такой широкий обзор церковной жизни, понимает, куда кого в нужный момент поставить и направить. Я чаще всего очень скучал по прошлому периоду. После Кузбасса, скучал по Кузбассу, когда оказался после Москвы в Петербурге, очень скучал по Москве, когда из Петербурга перевели в Сергиев Посад, очень скучал по Петербургу, когда из Сергиева Посада, из Московской Духовной Академии перевели в Сретенский монастырь, очень скучал по Московской Духовной Академии. А сейчас страница очень легко перевернулась, и началась новая страница моей жизни. И я благодарю Бога на самом деле за то, что Он мне дал это чувство. И когда приехал в Петербург, тогда там еще был митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский Владимир, он мне говорит: «Владыка, чувствуйте себя не как дома, а дома». Вот я могу сказать, что я здесь дома, не как дома, а дома. Ну что ж, здорово. Ну вот вы сказали, что это вы шестой, да, а у нас вот в Тверской области вы 80-й митрополит, такой вот юбилейный, да, вот митрополит Тверской и Кашинский, 80-й, действительно такая вот красивая цифра. Ну вот до 28 августа, вы уже немножко так свою биографию приоткрыли, до 28 августа нынешнего года у вас, вы кем только не были, я вот даже сейчас процитирую, вы были и архиепископом, еще ранее епископом Гатчинским, затем Петерговским, были ректором Петербургской духовной академии, затем ректором Московской духовной академии преподавали, были викарием самого патриарха всея Руси, настоятелем храмов, регентом, наместником Сретенского монастыря, как вы уже сказали, и даже слушателем Академии госслужбы при президенте Российской Федерации вы тоже были, такой опыт у вас есть. В общем, у вас очень богатая биография, все факты вот так вот навскидку даже трудно сейчас перечислить. Но знаете, в жизни любого человека есть такие судьбоносные моменты какие-то, которые могут предопределить всю его жизнь. И вот мне интересно, был ли у вас такой момент, как вы пришли, вот стали на этот путь служения Богу, тем более, что, как я понимаю, это было в такие матерые советские времена? Да, это было так. Я себя ощущал в церкви всегда. И я иногда говорю о том, что, наверное, из меня плохой апологет получится, потому что я сам никогда не находился в состоянии поиска. Я в церкви с детства. Есть два момента в моей жизни, которые я запомнил именно с 4-летнего возраста. И вот один из этих моментов – это когда мы вместе с мамой и бабушкой пришли в церковь. И тогда я увидел это пространство своими детскими глазами, запомнил его, и меня постоянно туда влекло. Меня бабушка водила, может быть, несколько, может быть, два раза в год всего лишь в храм, но он настолько захватывал меня своей красотой, своей пением, хотя это был обычный сельский храм, потому что в городе, в котором я жил, церкви тогда не было, он был молодой, советский город, комсомольский город. И меня больше всего, конечно, привлекало церковное пение. Хотя, опять-таки, это пение не было профессиональным. Это были обычные крестьянки, обладающие хорошими голосами, хорошим слухом. Они были самоучки, но пели очень стройно и очень вдохновленно.
И потом прошло какое-то время, и я уже сам стал вместо музыкальной школы, правда, направляться в Слободу Михайловка Курской области и ездить на службы. Естественно, за счет урока в музыкальной школе. Мне за это попадало, в конце концов, через несколько... От кого? Ну, конечно, и от учителей, и от мамы. Но потом, через некоторое время, я даже был отчислен из музыкальной школы, в которой меня терпели в виде какие-то, наверное, способности. Но это мне ни в коем случае не помешало развивать свои дальше музыкальные таланты, потому что, будучи даже самоучкой, я уже с детских лет стал петь на церковном клиросе. Где-то в 11 лет меня пономарить взял священник к себе в алтарь. Для советских лет это тоже был нонсенс, потому что в то время взять обычного школьника в алтарь, это грозило священнику потерей регистрации. Но священник был командирован из Курска временно, и он был затем секретарем Курской епархии, ныне это митрополит литовский Иннокентий. А вы, Владыка, просите, а вы поясните, почему в силу юного возраста нельзя было брать? Конечно, несовершеннолетний в церкви. Это грозило родителям потерей работы, священнику потерей регистрации. И фактически, если терял священник регистрацию от государства, он не мог дальше служить. Это действительно были очень суровые годы. И когда я ездил в церковь, я делал, конечно, это тайно всегда. Но понятно, что все тайное становится явным. И через некоторое время мне пришлось даже ездить за 70 километров в другую область. И тогда я уже стал сам управлять церковным хором. Ну а затем, получив некий опыт в Московской духовной академии, в хоре у известного архимандрита Матфея, уже создавал свой хор академический, ну а затем еще и хор Средицкого монастыря. Это что касается какой-то музыкальной биографии. Поэтому в церкви я себя, свое присутствие чувствовал всегда. И мне кажется, что даже не я Бога искал, а Он сам меня нашел и сам вел по этому пути. Наверное, это было взаимное такое влечение. Конечно, это всегда сейчас взаимно. Рассказали эту историю, знаете, я, у нас близкие мы по возрасту, я вспомнил свою историю, как меня привели в церковь. Я помню, мне было 6 лет, а у меня отец был тогда сотрудником КГБ, офицером, причем в таком сложном направлении там работал. И меня бабушка, кто в КГБ служил, все знают, сейчас просто наша молодежь нас слушает, им, наверное, вообще не понять, о чем мы говорим. Они не понимают, о чем речь идет, да. А тогда надо было обязательно в компартии состоять, если ты сотрудник КГБ. И меня, значит, она втихаря, бабушка, она всегда у нас была верующая семья, у меня и там прадед тоже был, он был, служил в церкви. И она меня повела в храм в Бежецке, в городе, в Тверской области, повела в храм, и говорит, только не говори отцу, меня крестили, там, я все помню, это прекрасный обряд, в чем я даже одет был в ту пору, втихаря не крестили. А спустя какое-то время мой отец, когда он уже закончил службу, стал православным писателем. То есть так вот времена меняются, и конечно, он горячо это одобрил, что это произошло. Но я думаю, что мои родители не знали, наверное, лет 5-6 точно, что меня крестили в тайне крестики, я до сих пор это храню. Хорошо. Вот вы сказали, что большой период вашего служения связан с Петербургом. Действительно, очень красивый город, там очень много, конечно, такого просияло святых. Местная пресса, вот я посмотрел, когда готовился к программе, в основном отзывалась о вашем служении. Вы были яркой личностью, о вас там писали, отзывалась комплиментарно. Писали о том, что вы такую миротворческую функцию несли, я даже могу процитировать. Например, о вас писали, что вы запомнились петербургской пастве своим исключительно миролюбивым слогом, прослыли миротворцем. Кстати, в разгар вот этого конфликта, очень неизвестного, когда между музейщиками и православными вокруг Исаакиевского собора, многие об этом знают. И вот сейчас у нас будет перерыв, вы пока не отвечаете на этот вопрос, но я вам вперед задаю, как бы, с тех, вы сказали, что тех, кто был не сдержан в словах и эмоциях, вы за них попросили прощения, а также призвали не воздвигать стен между собой и другими. Вот могли бы вы как-то пояснить эту позицию вашу в этом резонансном конфликте? Это будет очень скоро, через несколько секунд, буквально после коротенького перерыва. Итак, это программа «Тема дня». Мы продолжаем. В студии Дмитрий Нечаев. Телефон прямого эфира 300-190. И сегодня у нас впервые в гостях митрополит Амвросий. Вот до перерыва я задал вам вопрос. Хотел, чтобы попросил вас пояснить вашу позицию вот в том конфликте, который разгорелся вокруг Исаакиевского собора. Ну, действительно, такое даже за рубежом обсуждали эту проблему. У вас была такая миротворческая позиция, и вот она запомнилась петербуржцам, как пресса об этом свидетельствует. Поясните вашу позицию. Из-за чего вообще все произошло? Я начну с того, что Петербург – удивительный город в том смысле, что вообще там живут все очень мирно. И когда я там находился, я видел, как мирно между собой сосуществуют представители разных народов, разных религий. Мы, не сказать, чтобы дружили, но
каждый из нас занимал какое-то свое поле, и мы никогда не конфликтовали. И я могу сказать, что даже более старшее поколение священников, они как-то лично даже дружат с представителями иных религий, и это ни в коем случае не вредит их имиджу как православных людей. Мы эту тему еще затронем в программе да. сегодня. Но вот этот конфликт, который вокруг Исаакиевского собора, он был, конечно, искусственно создан. Мне кажется, что с разных сторон, и с одной, и с другой стороны, возникли непонимания, а потом на этих непониманиях сыграли люди, которые хотели использовать каких-то своих политических или иных целях. Ну и, конечно, СМИ сразу подхватили, ведь СМИ всегда ищут, что такое жареное, потому что иначе они станут скучными совершенно. Дело в том, что уже до этого какое-то количество времени, как количество лет, богослужения в Исаакиевском соборе совершались. И руководство музея Исаакиевский собор всегда шло навстречу. Иногда возникали какие-то недопонимания с нашей стороны, но потом, когда мы слышали аргументы стороны музея, мы понимали, что музей тоже прав, потому что он работает в своем режиме. Исаакиевский собор, на самом деле, это очень сложный организм. Наверное, из всех музеев самый сложный. И, безусловно, это целая система, которая выстроена была в течение многих-многих лет. Исаакиевский собор – это не просто храм, это еще и многие образовательные, культурные проекты, это еще и какие-то коллективы, в том числе музыкальные, творческие коллективы. Это огромная деятельность, которая ведется за пределами этого храма. Ну и, безусловно, сама экскурсионная деятельность, которая требует хорошей организации. И, конечно, очень сложные инженерные системы. И для того, чтобы весь этот комплекс содержать, нужны профессионалы. И таковых профессионалов, конечно, у музея за это время появилось очень много, а у церкви на тот момент, конечно, не было. И в результате со стороны музея, конечно, возникло недопонимание и очень большая тревога за то, что они делают. Обоснованно. Я считаю, что обоснованно. С другой стороны, мы должны были тоже понимать, что нам везде всегда давался зеленый свет. Если мы просили о богослужениях, нам всегда шли навстречу. Поэтому как таковых проблем с богослужениями на самом деле не было. И сейчас проблем с богослужениями нет. Нужно просто уметь друг друга слышать и слушать, и идти навстречу другу. Можно всегда найти общий язык. Что сейчас и произошло. Поэтому я немножко тут... У нас просто звонок есть. Да, хорошо, давайте прервемся. Давайте мы обычно приоритет нашей аудитории отдаем. Давайте дадим возможность задать вопрос. Слушаем вас. Задавайте ваш вопрос, говорите. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Здравствуйте, Надежда. Вот сегодня церковь сильно сближена с государством и со светской властью. Как вот вы полагаете, это хорошо или нет? Спасибо за вопрос. Спасибо. На самом деле, это только кажется так, что слишком мы все находимся близко. В чем-то мы пересекаемся, безусловно, потому что у нас есть общие задачи. И это задачи и церкви, и государства одновременно. Но мы являемся, если говоря светским языком, партнерами. Иногда очень хорошими и дружными, что на самом деле хотелось бы, чтобы так и происходило. А иногда, может быть, это партнерство, оно особых плодов и не приносит, в зависимости от того, где как складываются на местном уровне эти отношения. И если мы рассмотрим серьезно ряд каких-то проблем в некоторых регионах, они действительно существуют, просто мы не склонны к тому, чтобы эти проблемы поднимать, высвечивать, и о них сильно кричать, то мы увидим, что не только взаимодействия подчас хорошего нет, но и до сращивания, о котором речь идет, очень даже далеко. На самом деле и церковь пытается иметь такого партнера, который бы приносил пользу церковным проектам. И, конечно же, мы открытые всем общественным организациям. Более того, в церкви нет разделения на политические предпочтения, на иные какие-то предпочтения. Церковь готова принять всех в свои объятия, лишь бы только люди шли евангельским путем и хотели послужить церкви и принести пользу и церкви, и народу. Вся положительная повестка всегда для нас является общей. Но есть какие-то вопросы, если это противоречит евангельскому учению, мы тут же сразу говорим. Я не склонен утверждать и к тому, что мы срослись с государством. Я считаю, что это не так. Понятно. Ну и к тому же, как вы сказали, что в разных регионах разная может сложиться ситуация. Владыка, у нас есть еще один вопрос. Давайте дадим возможность задать нашей аудитории. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос вот отцу Амвросию. Хочется такой вопрос задать. Как он относится к строительству новых храмов? Я к чему спрашиваю? Потому что у нас Тверская область известна тем, что огромное количество дореволюционных храмов, которые находятся либо в запустении, либо вообще разрушаются, зачастую это настоящие шедевры, барочная архитектура, классицизм. И денег нету, нет возможности восстанавливать, но при этом строятся новые храмы, ну, можно их назвать новоделами. Никто не говорит, что, может быть, они не нужны. Или восстанавливают ранее снесенные храмы. Никто не говорит, что их не надо восстанавливать. Но не время ли сейчас сначала, в первую очередь, все усилия обратить на восстановление тех сохранившихся дореволюционных церквей, а потом, может быть, подумать о строительстве этих храмов, которые когда-то были снесены большевиками, теперь их нету. Спасибо, но еще раз повторяю, просто это будут новоделы. Все, спасибо. Я, честно говоря, когда готовился к программе, немножко даже расшифрую, я тоже хотел этот вопрос задать. Немножко нас опередила наша аудитория. Дело в том, что я помню, что вы встречались с губернатором, да, и вот как раз губернатором региона Игорем Михайловичем Руденей. И как раз об этом шла тоже речь, о реставрации храмов. И я даже могу сказать, ну вот сейчас дам вам возможность ответить, конечно, что на данный момент проводится работа по восстановлению очень многих храмов. Это и Троица за Волгой в Твери, это прям цитирую, Торжовских в ходе Иерусалимского собора и собора Преображения Господня, Борисоглебского монастыря, Спасской церкви в селе Деледино Молоковского района, также, это, кстати, Молоковский район, далеко от Твери, километров 140, наверное, также Житинного монастыря в Осташкове. За счет средств областного бюджета разработана проектная документация на восстановление колокольни Васильевской церкви в Ташке и к колокольне Николаевского собора в Калязине. Но действительно, в регионе очень много храмов 18-го, 19-го, даже есть 17-го, конца 17 века, например, Введенская колокольня в Бежецке уцелела, это вообще конец 17 века. И действительно, очень многие храмы нуждаются в реставрации. Поэтому вот действительно ваша позиция какая по этому поводу? С точки зрения исторической справедливости, безусловно, будет замечательно, если все памятники будут восстановлены. Но здесь одно другому никак не противоречит. И мне кажется, не нужно противопоставлять восстановление разрушающихся или утраченных памятников тому, что в новых районах Твери и Тверской области возводятся новые храмы. Ведь храмы строились для людей. Храмы строились для того, чтобы церковная жизнь в них осуществлялась. Храмы строились не просто как памятники или как будущие музеи. Поэтому и восстановление храма, оно должно осуществляться не ради самих стен, а ради того, чтобы храм этот жил. И там, где это возможно, это происходит. Вот вы только что перечислили эти храмы, часть этих, вернее, храмов. Я уже в большинстве из перечисленных побывал и сам своими глазами это увидел. Конечно, обеспокоенность нашего зрителя или слушателя, она обусловлена, действительно, она обоснована, безусловно. И восстанавливать нужно, но я всегда говорю вот о чем. Когда святыни разрушались, когда они у церкви отбирались, никто не думал о том, в каком состоянии они будут возвращаться к церкви. И если бы, конечно, государство, которое... Нынешнее поколение власти, а предыдущее поколение власти... Если бы оно нам возвращало храмы в том виде, в котором они отбирались, тогда бы, наверное, было всем легче. Но сегодня возвращаются подчас церкви в том состоянии, в котором церковь сама не всегда способна восстановить. Безусловно, существуют некоторые программы, государственные программы и областные программы. На все это нужны средства, на все это нужны не только средства, но и очень еще инициативные люди. Если бы люди, которые болеют за это, действительно профессионально подходили бы к этому восстановлению и тоже принимали бы каждый по своим силам участия в этом процессе, было бы замечательно. Я бы это только приветствовал. Но мы же прекрасно понимаем, что от одного человека, например, от меня, или даже от целой команды епархиального управления, невозможно потребовать того, чтобы в ближайшие годы вот все наши памятники, а мы на первом месте по невосстановленным храмам, по разрушенным храмам в России, Тверская область находится, чтобы они были в благолепном состоянии, уже предстали через некоторое время. Это кропотливый труд, который требует и средств, и человеческого участия, человеческого тепла. А самое главное, чтобы этот храм продолжал жить. Но, к сожалению, есть такие места, ставшие уже заповедными, в которые нога человеческая либо совсем не ступает, либо там осталось несколько дворов. И жизнь церковная там, ну, на данный момент практически невозможна.
увы. Согласен, да. Ну, мы, наш канал, вот видите, у нас в студии единственный вот висит плакат, это восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора, это сердце нашего города. Вы сказали, что многие не возвращают или в каком виде, а нам вернули вообще в виде статуи памятника Михаилу Калинину. Там не было вообще храма, там да. Все под фундамент было стерто. Но в том числе и усилиями губернатора региона, и очень много людей неравнодушных. Он же восстанавливался на пожертвование. Совершенно верно. Поэтому это вот такой собор восстанавливается кафедральный. И, кстати говоря, да, очень много зависит даже от священников. Вот я знаю, ездишь когда по нашей губернии, смотришь, там вот иногда один священник вот ковыряется, восстанавливает, там досочки какие-то собирает, там какой-то шифер привозит, ему люди там помогают, да, вот даже такими усилиями. У нас один священник может быть на два, даже иногда на три храма, потому что два этих храма, восстанавливающиеся отчасти, существуют даже, а не просто восстанавливаются за счет какого-то другого третьего храма, в котором ну, более-менее какие-то условия приемлемые. У нас даже кафедральный собор – это целый комплекс. Да. Это и Белая Троица, это и Воскресенский собор, и отчасти Преображенский собор. Mm-hmm. И они существуют лишь благодаря друг другу. И благодаря штату клира всех этих трех храмов. И, конечно, экономически выживают только лишь потому, что эти средства перераспределяются. Ну, тут еще областной центр. Я вот ездил в Ромешковский район. Там, по-моему, он еще руководит хором. Лампада называется. Шувалов, по-моему, священник. И у него там редкая трехъярусная колокольня вот, стоит в селе. Причем там могилы князей там вот рядом захоронены. Такое место, оно святое. Вот он сейчас тоже. Там храмовый комплекс, там несколько храмов вот, восстанавливает. Ну, так вот иногда проезжаешь мимо, чем можешь, там стараешься помочь. Но вообще, конечно, там работа не початый край. У нас есть еще звонок. Давайте дадим возможность задать вопрос. Слушаем вас. Алло, здравствуйте, меня зовут Евгений, вот у меня вопрос к митрополиту Амвросию. Ну вот считается вообще, да, что вера живет в душе человека, говорят так, да? А тогда насколько обязательно верующему ходить в храмы, например? Ведь тогда молиться, получается, можно и дома. Спасибо большое, вот хочу услышать ответ, спасибо. Молиться можно и нужно, конечно, дома, но личная молитва никогда не отменяет церковную молитву. Мы верим и знаем из Священного Писания, что Церковь создал сам Христос. И несмотря на то, что Церковь представляет собой здесь, в земных реалиях, организацию, на самом деле это не просто какое-то человеческое сообщество, а это община людей, большая община людей, которая возглавляется Христом, и которая живет и дышит Духом Святым. Для чего молиться? Для того, чтобы просто обратиться к Богу. Да, конечно, это нужно обязательно, но есть некие способы спасения, которые сам Христос нам предложил. Он сказал о том, что кто не будет вкушать от моей плоти и моей крови, то есть от тех евхаристических даров, которые преподаются в Святой Христовой Церкви, тот не будет же иметь в себе жизни. Жизнью, центром жизни является Христос. Без Христа Церковь перестает быть Церковью. Если мы не принадлежим к этой церкви, если мы не на корабле, значит, мы в каких-то шлюпках. Ну, тогда в этих шлюпках нас и соответствующие волны будут захватывать, а тот, кто на корабле, тот остается на корабле. Церковь – это корабль нашего спасения. Церковь – это пространство Царства Божия на земле. Без церкви ну, просто невозможно человеческое спасение. Вот и все. А частная молитва – это какая-то лишь часть церковной жизни. Сама по себе эта часть не живет, так же, как и сама по себе не может жить голова без тела или какая-то другая часть нашего тела без целого организма. Она просто отомрет в конечном итоге. Ну да, вот вспоминается, как Николай Бердяев, наш великий, говорил, ученый, говорил, что знание – это принудительно, а вера – это свобода. Поэтому человек может выбирать, конечно, где ему молиться. Это же никто его тут насильно не загоняет в храм. Хотя, конечно, есть резон, действительно, я понимаю, то, что мы сказали. Я сейчас хотел вернуться. Мы анонсировали в начале нашего эфира тему о том, что вы были участником многих резонансных событий, такого даже международного значения. Вот я хотел бы еще об одном вспомнить. Я помню, что 7 ноября 2018 года, это по всем каналам показывали, когда вы отправились по приезде в Киев, прямо в аэропорте, на вас наложили санкции. Вы приехали туда на торжества Киевской духовной академии, вы были задержаны на пропускном пункте и выдворены даже с территории Украины. Да? Отдел внешних церковных связей, тогда Московского патриархата по межправославным отношениям, назвал этот инцидент следствием гипертрофированной шпиономании, плодом антиканонических решений Константинополя. А Государственная пограничная служба Украины пояснила, что она выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины. Ну, подоплека такого решения со стороны Украины, она, в общем-то, ясна.
Тем не менее, прошло довольно много времени, на Украине сменился глава государства. Вот мне бы хотелось узнать, как у вас, как у участника деятельного вот этого инцидента, хотелось бы узнать, что-то поменялось для истинных православных на Украине за это время? Но прежде чем на этот вопрос ответить, я бы, наверное, немножко даже рассказал о том, как все это было. Да. Во-первых, я участником торжеств Киевской духовной академии был ежегодно, будучи ректором Петербургской духовной академии. Практически каждый год я туда либо сам летал, либо направлял делегацию. Никаких проблем не было вообще никогда. Но в том году, в котором это произошло, планировался так называемый объединительный собор. И почему-то украинские власти или кто-то вокруг них меня приняли за такую уж мощную фигуру, которая может помешать этому собору объединительному среди раскольников. Я не знаю, почему мне придали такой вес и такое значение, но действительно произошло то, что произошло. У нас, как это и часто было до этого, перед тем, как пересечь границу, была беседа с пограничниками. И как потом я уже понял, пограничники-то все понимали, карикатурность всей этой ситуации. И потом даже, когда они меня проводили, они извинились и сказали, ну вы же понимаете, что не мы принимали решение. Но мне было поставлено в вину то, что я не доказал цель своего пребывания. В это время, на самом деле, меня встречал еще один архиерей Украинской Православной Церкви, который по своим каналам у СБУ узнал, в чем причина. И ему сказали о том, что я нахожусь на неком спецконтроле. А потом, когда он, уже узнав, что меня выдворяют, хотел в нейтральную зону пройти, я ему по телефону сказал, давай не будем это делать, чтобы не было никаких провокаций со стороны ваших. И после уже он выяснил, что, оказывается, провокации действительно готовились, и мне должны были подбросить какие-то материалы, свидетельствующие о том, что я, собственно говоря, еду с каким-то заданием на Украину. Но этого не произошло лишь потому, что те друзья, которые работали в СБУ, они сказали, знаете, единственное, что мы можем сделать, это просто спокойно отправить этого человека обратно. Об этом я узнал, кстати, уже несколько позже, а тогда, прибыв в Москву через Минск, и только в Минске нам отдали наши документы, я был еще с одним сопровождающим, я спросил у Владимира Ивановича Легойды. Я говорю, Владимир, стоит ли это обнародовать или не стоит? Он говорит, обязательно нужно об этом говорить, поэтому я сразу пришлю корреспондентов, и пусть они задают соответствующие вопросы. И потом в течение 2 или 3 дней я отвечал на вопросы. Но комичная ситуация состояла вот еще в чем. Сначала мне пограничники сказали, что это всего лишь разовое решение, что вы можете в следующий раз спокойно прилетать на Украину, и вас пропустят. Проходит еще несколько дней, заканчивается неделя. Я возвращаюсь с стеночного бдения в домовом храме, из домового храма Московской духовной академии в ректорские покои. И смотрю, у меня на телефоне несколько смс, от кого сейчас уже не помню, там некая ссылка и вопрос, а это правда? Я открываю эту ссылку и вижу на сайте таможни Украины информацию о том, что я все-таки проник на Украину какими-то другими путями, в другой аэропорт, и сейчас в Киево-Печерской лавре провожу совещание по срыву объединительного собора. И за это меня приговорили к лишению возможности пересечь границу Украины в течение 3 лет. Вот один из наших зрителей и слушателей дозвонился. Давайте тогда дадим возможность задать вопрос. Слушаем вас и продолжим. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Авросий, здравствуйте. Я Сергей из города Ржева. Мне бы хотелось бы вот такого вопроса задать. Подскажите, пожалуйста, вот у нас много очень современных семей живут, и, соответственно, очень много разводов. Вот, и вот с учетом вот этой всей обстановки, да, на нынешней нашей, объясните, может быть, в чем вы видите причину разводов между семьями и отношений таких вот между мужчиной и женщиной? Причин, наверное, очень много. И самая главная причина – это фактическое разрушение института семьи в нашем обществе. Это разрушение, оно давно уже произошло, и мы сейчас пожинаем плоды. Но, наверное, для того, чтобы восстановить традицию и многодетных семей, нужно начинать с воспитания самых малых лет. Но опять-таки с самых малых лет эти дети должны видеть должный пример. И тут замкнутый круг получается. Если должного примера нет, то эти дети, они, соответственно, ну, практически чаще всего пойдут по стопам своих родителей, а может быть еще и уйдут более дальше. Я перед своими глазами видел много многодетных семей, в том числе моих одноклассников. У меня есть
такие одноклассники, у которых по 11 детей, по 10 детей, по 8. И я уже, когда был вот недавно совсем ректор Московской духовной академии, их детей уже венчал и даже рукополагал в диаконский и в священнический чин. И эти дети уже становятся многодетными. Несмотря на молодые годы, у одного уже 3-4 ребенка. Они идут по стопам своих родителей. И для них это, я смотрю, им это совершенно несложно. Они по-другому мыслят, они по-другому смотрят на жизнь, они легче относятся ко всему. Они видят, что Господь дал все возможности их родителям. Один из таких родителей учился в мое время, я помню, какое-то было практически нищенское существование. Мы помогали нашему собрату переезжать с одного дома не очень хорошего в другой в Сергиевом Посаде. У него было уже 4 детей. Он мог на последние деньги купить какие-то продукты, чтобы нас гостей принять. Мы брали картошку в духовной академии, жарили, чтобы встретиться, провести какой-то вечер. Но сейчас у этого священника 11 детей, и у этих детей уже множество детей. Это огромнейшая семья. Господь благословляет многодетные семьи. И благословляет даже тогда, когда они не православные. Потому что деторождение всегда получает благословение Божие. Если не будет многодетных семей в нашей православной среде, этот дар благословения, он просто отнимется. Что сейчас и происходит. Для этого, конечно, нужно просто жить по законам Божьим. Вот и все. Плодитесь, размножайтесь. Было сказано еще в ветхозаветные времена, при создании этого мира, при создании человека. Это благословение никогда не будет отнято. И тот, кто будет его выполнять, тот будет получать благословение. И тот будет наполнять землю. И, кстати, полностью с вами солидарен. Я знаю главу нашего региона. Я очень внимательно слежу за его такими программными заявлениями. Он говорит, что самая главная у нас задача, он говорит, нет, это даже не инвестиционные там потоки, не развитие экономики. Самое главное, он говорит, это мы должны как минимум воспроизводиться. Это демография. Потому что, говорит, если мы сейчас создадим суперэкономику, мы сделаем там суперинвесторов сюда привлечем. Кому это будет нужно? При суперэкономике на Западе, при прекрасных условиях, где многодетные семьи? Конечно. Люди живут. Кому это будет нужно? Он говорит, просто через с той динамикой отрицательной. У нас только Тверь положительный прирост показывает динамикой по населению, по демографии. Кому это через 30, 40, 50, 60, для кого мы это вообще готовим? Двумя руками просто подписываюсь, тоже согласен с этим посылом. Но я напомню, что перед этим мы начали обсуждать, как у православных сейчас там позиции со сменой власти, со сменой, курс там не сменился, в общем-то, власть не поменялась. Что-то лучше стало для истинных православных. Как у них там сейчас дела? Конечно, Порошенко целенаправленно вел курс разрушения канонической Украинской Православной Церкви. И он все делал для этого и поощрял на местах захваты храмов, поощрял на местах гонения против нашей церкви. И где-то до сих пор по инерции эти гонения происходят. Особенно там, где националистические круги получают свое развитие. Дело в том, что нынешняя власть Украины, она очень слабая. Она не контролирует пространство всей страны. И страна очень пестрая. Да. Разные регионы Украины имеют даже разную историю, даже отчасти разный диалект, язык, который отличается, культура, которая отличается. Однозначно. И, естественно, в некоторых областях националистические круги получают сейчас свободу действовать дальше. И, может быть, никто такие задания и не дает, но им и не мешают это осуществлять. Поэтому, к сожалению, захваты храмов продолжаются, но уже, конечно, не в тех масштабах, которые были при Порошенко. Я думаю, что президенту сейчас просто вообще не до религиозного вопроса, он озабочен другими какими-то делами. Он не мешает развиваться украинской церкви, он и не помогает ей развиваться, но, к сожалению, и те противозаконные акты, и акты насилия, в том числе, со стороны так называемой ПЦУ, которая была создана благодаря усилиям Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, захваты продолжаются, насилия продолжаются, избиения священников людей продолжаются. Локально где-то, но это имеет место быть, увы. Владыка, я вам еще один хотел вопрос серьезно очень задать, он большой, но если можно, может быть, так тезисно хотя бы наметьте вашу позицию по нему. Мы знаем, что Московский патриархат – это самая крупная автокефальная поместная православная церковь в мире. Но сегодня в мире и вообще на планете, в нашей стране очень сильно возрастает влияние некоторых других конфессий, в частности, ислама. Причем возрастает и как религии, и как культуры исламской. Мы понимаем, что она довольно серьезно отличается от традиционной, культуры православной.
Вот как вы оцениваете вот это взаимодействие двух культур, двух религий, динамику вот этого процесса? Есть ли какие-то для одной или для обеих религий какие-то угрозы в мире? Какие прогнозы вообще? Как будет взаимодействие дальше складываться? Вот ваше видение. Мне кажется, однозначно на этот вопрос ответить сложно, потому что если мы посмотрим картину всего мира, то эти отношения складываются совершенно по-разному. В зависимости от того, где ислам составляет большинство, где меньшинство, где представители одного направления ислама, где представители другого, где миролюбивые, где не миролюбивые. На пространстве бывшего Советского Союза, ну, я имею в виду сейчас страны Средней Азии, там очень хорошие и теплые отношения складываются между христианами и между мусульманами. И даже в Сирии, у меня вот студенты учились в Петербургской духовной академии, два замечательных сирийца, православные сирийца, я у них расспрашивал, как у них обстоят дела. У них до недавнего времени прекрасно складывались отношения. Соседи друг другом рядом жили, помогали, дружили. Одни были христиане, другие мусульмане. Они ходили друг к другу на праздники. Может быть, это не очень понятно для русского менталитета, особенно для тех, кто живет вот на Тверской земле. Это будет вызывать всегда какое-то непонимание. Ну, экзотично. Да, но в таких странах, где ислам играет существенную роль, и даже выходной, у них, например, в пятницу, а не в воскресенье, это существует, и на самом деле это хорошо, когда люди живут в мире. Пусть они исповедуют то, что они хотят. Но самое главное, чтобы это исповедание ни в коем случае не приводило к конфликтам. Христианство – это всегда миролюбивая религия, и мы, конечно, хотели бы жить со всеми в мире. Но у нас здесь, может быть, в нашей стране ситуация следующая. Ислам действительно занимает более, скажем, прочные позиции, но я уже сказал о главном, о главной причине – от того, что мы, православные люди, не имеем много детей, не имеем многодетных семей и не воспитываем их в вере. И вот если это будет происходить дальше, благословение отнимется, настает меньше, а может быть, мы вообще превратимся в меньшинство. И тут уже пусть наши русские люди, они сами думают, а какое будущее они видят для своих детей. Но в любом случае мы, конечно, должны с уважением относиться к мнению других. Я не разделяю чьего-то мнения. Я ни в коем случае не разделяю догматики или какого-то учения с иными религиями, но это не мешает мне доброжелательно относиться к ним как к людям и уважать их выбор. Я думаю, что это цивилизованные отношения и вообще просто евангельское отношение. Ну, тем более, что почти все традиционные религии, в общем-то, примерно об одном, а не о добре, а не о справедливости. Ну, каких-то я принципиальных различий не вижу. В основном призывают к добру, к чему-то хорошему, не обманывать, не ближнему помогать. Вот об этом они говорят. Таких принципиальных-то различий. К сожалению, сегодня интерпретация ислама со стороны радикальных кругов получает такое озвучивание, что вот эти отношения, они становятся не очень мирными. И даже на примере тоже той же Сирии могу сказать, опять-таки, исходя из той информации, которую мои студенты рассказывали, к сожалению, в последнее время извне начинается провокация, приводящая к столкновению между культурами, между представителями религии, и этого мира становится все меньше. Я напомню, что вы смотрите программу «Тема дня». Это прямой эфир. Его телефон 300-190. Впервые на нашем телеканале и вообще вот на телеканале Тверского региона в таком большом формате. Митрополит Амвросий. И у нас есть звонок. Мы слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Марина. Я бы хотела задать свой вопрос. Вот православие на примере большинства святых призывает к аскетизму, а серебролюбие, наоборот, осуждается. Но, как мы сегодня знаем, существует много историй, когда священники не стыдятся демонстрировать свою материальную состоятельность. То есть у них есть дорогие машины, одежда премиальных брендов и так далее. Так вот, почему это возможно и как вы сами к этому относитесь? Спасибо. 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 Вы знаете, здесь мне хотелось бы немножко разделить этот вопрос на какие-то, может быть, условно две части. И, по крайней мере, пояснить, что богатство и сребролюбие – это разные вещи. Богатство, на самом деле, само по себе, оно не предосудительно. Если человек зарабатывает честным трудом – раз. Если человек употребляет это богатство не только
ради себя, но и безусловно, ради своих детей, ради семьи, а еще и помогает другим людям. И мы знаем, что среди святых было немало очень богатых людей. И когда слова евангельские, евангельские слова, что богатому трудно войти в Царствие Божие, интерпретируются как, не, как то, что настраивает человека негативно вообще по отношению к материальному достатку, это является ошибкой, это неправильно. Человек может быть и богатым, и обеспеченным, но он не может, не должен, конечно, этим кичиться, а самое главное, не должен этим к этому привязываться. У нас существует вообще много привязанностей. И вот, может быть, богатство наиболее красноречиво говорит об этой привязанности, потому что большинство, к сожалению, очень богатых людей, они действительно к богатству своему привязаны и не хотят этим богатством служить другим людям, бедным, кормить, помогать матерям-одиночкам, детским домам и так далее. Но очень много людей ведь на самом деле и помогает своим богатством. И это замечательно, и это хорошо. Но у нас есть ведь и другие привязанности, не только сребролюбие. Тогда это сребролюбие, да, конечно, привязанность к богатству и сребролюбие. Царь Кощей на златом чахнет. Не обязательно царем Кощеем быть, но чахнуть на злато может любой человек. И даже небогатый человек может чахнуть над своим маленьким состоянием и быть привязанным к нему. Быть привязанным к человеку, быть привязанным к интернету. Зависимость от алкоголя, от наркотиков, от богатства, даже от какого-то, может быть, человека, от интернета. Игроманы есть. Да, игроманы и так далее. Это все, ну, как бы звенья одной цепи. И в этом смысле, конечно, если человек, и тем более священник, демонстрирует эту привязанность, ну что, здесь можно только посочувствовать. И умному человеку, умный человек, он увидит все это, вздохнет, скажет, ну, даже, может быть, улыбнется с некой иронией, но не будет бросать камни в этого священника и тем более вешать ярлыки на всю церковь. Нужно просто вздохнуть, посмотреть, может быть, помолиться об этом человеке и извлечь для себя положительный урок. Видя, насколько карикатурно это выглядит на фоне всей нашей жизни, по крайней мере, самому этих ошибок не допускать. Вот и все. Ну, я думаю, что не на пустом месте был звонок наш слушатель, потому что у нас были такие истории. Знаю. Да, видимо, о нем хорошо помолились, он раскаялся потом, насколько я знаю, это человек. Владыка, я хочу вот еще какой вопрос задать. Я знаю, что вот вы тоже об этом упомянули, что у вас была, вы занимались, наверное, и занимаетесь активной просветительской деятельностью в плане обучения. То есть вы были преподавали, да? И в том числе для семинаристов. И знали, что не просто преподавали, а еще и критиковали некоторых семинаристов, отмечая их низкий уровень подготовки. Вот мне бы хотелось понять, что сейчас не так учат, или как-то, может быть, менее догматичным стало учение. Это первое. И второе, вообще, как вы оцениваете общий уровень подготовки, ну, в том числе в плане знания религии школьников? Мы знаем, что есть факультативы. Вот, например, вот у меня дочка учится по обычной программе школы, и им предлагалось несколько лет назад выбрать, что вы хотите изучать углубленно, там, допустим, мусульманскую религию, там, иудаизм, там, еще что-то. Ну, какие-то традиционные, вообще-то, вернее, даже иудаизм нет, наверное, и традиционная религия. Или православие, или вообще просто основы религии, как бы, чтобы все знать. Вот к этому как относитесь, к уровню вообще, как сегодня современная молодежь, насколько она подготовлена к тому, чтобы, ну, вот, воспринимать религию, ну, больше интересует, конечно, православную? Я думаю, благодаря прежде всего тому, что мы сегодня живем в такой, во время информации, в тот период, который еще никогда человеческая история не проходила, да. Сегодня любые знания, они доступны. Нам нужно только мышкой кликнуть и войти в интернет, сделать запрос и действительно получить ответы на многие-многие вопросы. Вопрос, насколько они будут релевантны этому запросу. И те, кто интересуется и знают, по крайней мере, надежные источники, всегда могут очень многому научиться. Я вам скажу честно, русское богословие претерпело очень большой упадок в 20 веке. Хотя накануне революции русское богословие было впереди планеты всей. Но прошло очень много времени, богословие, библеистика, некая реакция на то, что происходит сегодня в современном мире, а богословие – это и есть ответ церкви, осмысление церкви тех процессов, которые сегодня в нашей жизни происходят. К сожалению, сегодня богословие в нашей церкви, оно еще находится не на том уровне, на котором оно должно было бы находиться, если бы не было у нас 20-го столетия.
и вперед убежало западное богословие. Со своими, конечно, издержками, безусловно. Но сегодня именно библейские исследования, теологические исследования, они происходят прежде всего на Западе. Увы, здесь первенство, наверное, все-таки больше даже за протестантами, нежели за католиками, но протестанты вносят тот элемент, который чужд православной церкви. И нам еще немало предстоит поработать над тем, чтобы наше богословие, в частности богословие в пространстве Русской Православной Церкви, получило свой высокий уровень. Это вообще очень трудная задача, и это общая наша задача. Что касается студентов, которые учатся в духовных учебных заведениях, они разные, как и во всех других учебных заведениях. Есть очень умные ребята, есть такие, которые действительно стараются учиться и стараются не просто сдавать и получать оценки, а понимают, что эти знания являются неотъемлемой частью их жизни, которая происходит в лоне Русской Православной Церкви. Спасибо, Владыка. У нас сейчас последний перерыв, он очень короткий. Сразу после него мы принимаем звонок и будем уже завершать программу, хотя еще очень-очень много что хочется обсудить. Ну что ж, мы уже практически завершаем программу. Это прямой эфир, программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев и впервые митрополит Амвросий. Телефон наш 300-190. Вот пока был коротенький перерыв, кто-то нам дозвонился. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, Владыка. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Я являюсь прихожанкой храма Вознесения. И вот в нашем храме, слава Богу, идет прямая трансляция, общий вид план, храма. А вот очень неприятно смотреть, когда прямая трансляция идет богослужение, во время богослужения из алтаря, во время евхаристического колонна. Все это ведь, наверное, не должно так быть. Христианину достаточно, даже если он не может присутствовать, ему достаточно вполне вида общего храма и богослужения, так как вот он, стоя в храме, видит все. Спасибо, это. Спасибо, услышали вопрос. У нас Владыка только-только, можно сказать, еще месяца не прошло, как прибыл в наш регион, уже многие объездил храмы, наверное, все еще проблемы так и нельзя решить, наверное, как возьмете на заметку. Я думаю, что те, кто осуществляет видеотрансляцию, они, конечно, ориентируются прежде всего на общецерковные каналы «Спас» и «Союз». Но если мы посмотрим трансляцию богослужений, которое осуществляет «Спас» и «Союз», мы тоже можем увидеть фрагменты видео, которые осуществляются именно из алтаря. Здесь, конечно, дело вкусов, наверное, дело неких интерпретаций, но ведь не всегда во всех храмах бывают такие иконостасы, которые полностью закрывают пространство алтаря. Бывают даже либо очень широкие царские врата, бывают достаточно низкие иконостасы, которые дают человеку возможность даже из храма наблюдать, что в алтаре происходит. Не вижу в этом какого-то преступления или нарушения канонов. Мне кажется, это просто дело вкуса, дело эстетики и дело личных каких-то предпочтений. Спасибо. Владыка, я вам не дал возможности закончить, такой у нас формат программы, закончить все-таки ваши мысли по поводу современного просвещения школьников, в том числе и в вопросах религии. И семинаристы, чем вам не угодили? Нет, семинаристы мне, конечно, угодили, но я всегда критикую, потому что я считаю, что все плюсы, они при нас, а минусы мы должны обязательно высвечивать для того, чтобы превращать их в плюсы. Вот это такой некий педагогический прием. Перфекционистский такой. Что касается ОПК, это действительно явление, которое сложно обозначить, наверное, как удачным, но оно было вынужденным. Я помню еще, когда был викарием святейшего патриарха Алексия в Москве, мы очень боролись за ОПК очень многие-многие годы. И это действительно было в какой-то степени победой церкви, потому что хотя бы через это церковь имела возможность говорить об истории, о православной истории нашего Отечества и каких-то наших традиций, чего она не могла сделать до этого. Но, безусловно, сейчас издержки этого проекта, они, конечно, налицо. Мне кажется, что для того, чтобы как-то гармонично знания наши школьники получали, в том числе и о культуре православия, нужно, чтобы об этом говорили на уроках литературы, естественно, истории, потому что наша история просто тесно переплетена с православием. Православие созидало здесь все.
И даже на уроках и математики, и физики, и химии, потому что многие наши знаменитые ученые, которые упоминаются в курсах школьных, они все-таки были верующими людьми. И об этом тоже забывать нельзя. И пусть об этом знает молодежь и сама думает. Да, может быть, кому-то это кажется даже каким-то абсурдом. На самом деле, действительно, были очень многие физики, причем великие физики были верующими людьми. И до сих пор таковые есть среди профессоров, я знаю, вот тех же университетов и московских, и петербургских. Я уже не говорю, конечно, о писателях, о художниках. Ну что, наша программа, к сожалению, в общем-то уже, можно сказать, финишировала. Огромное количество вопросов, которые я планировал, очень хотел с вами обсудить, задать, остались пока у нас за кадром. Я хочу Мы обязательно их обсудим. Вот ловлю вас на слове. Хочу поделиться своим впечатлением, что вот у нас сегодня впервые, вот честное слово, мы раньше никак не были знакомы, никогда не пересекались, впервые познакомились. Ну, такое очень, конечно, такое светозарное впечатление осталось, знакомство с вами. Человек очень умный, начитанный и очень открытый, что очень здорово. Я думаю, что это поможет и вам, и в вашем служении, и, конечно же, в вашей пастве это будет очень импонировать. Очень, конечно, думаю, многие, кто еще колебался, даже они встанут на этот путь. А я хочу, знаете, закончить, вот мы сказали о писателях-художниках такой фразой, что, как сказал Толстой, у которого были сложные отношения с религией, неоднозначно, он сказал, что сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Вот, наверное, с этого, кто себя только ищет в Боге, наверное, можно было бы начать. А вот ваши советы о том, как прийти к вере, как стать истинно верующим, как встать на путь нравственности, вот это я вас уже приглашаю на будущее, уже в новые программы. Теперь нам остается только попрощаться с нашей аудиторией. Спасибо за общение, всего доброго, спасибо за вопросы. Всего хорошего. Это была программа «Тема дня». И у нас сегодня впервые был в ней митрополит Амвросий Тверской и Кашинский. И я, Дмитрий Нечаев. Всего доброго. До встречи в эфире.